каждым разом ты будешь пьянее. Пьяный драм-н-бейсер. Баса мало. Yes, руки базуки. Джаксел Райт, будни фотографа. Это, я считаю, что-то новое в Астане. Канал «Будни фотографа». Молодой человек пришел, не понимая, что за музыка. Тебе нравится, хоть ты и не понимаешь? Честно говоря, я скажу так. Как еще называется музыка? Сейчас он играет техно. Техно, да. Хорошо, техно, это круто, по идее, да, но учитывая, да, наше направление сейчас в жизни, да, которое мы сейчас понимаем. Ты бы сейчас послушал «Скриптонита» и «Розовое вино»? Возможно, да. Вот, дружище, слушай музыку. Понимай эту музыку. Пей пиво. Ты пьешь пиво с яблочками? С фруктами. Просто чтобы, знаешь, оторваться, брат, и все. От яблочек ты оторвешься? Базар нет, супер вопрос, брат. Шутки за 200. Все, давай опять. Ждем на следующем тоске. Нет, я отвечу так. Рахмет за уделенное ваше время. Я понял, что это техно, направление самое, знаешь, такое новое, но интересное. Интересное, да. Все, спасибо. Будни фотографа. Я даже не знаю, у кого брать интервью? Вот у кого? Они все пьяненькие, а? Нет, смотри. Это бармен сегодняшнего вечера, дружище. Пробовал коктейли, которые мы сегодня намешали? Они просто атомные. Я советую всем эти коктейли попробовать. Я ему плачу за то, что он рекламировал наши коктейли. На следующей тусе будешь? Обязательно. Как тебе техно, которая играет Лужник? Просто нереально. О вкусах не спорят. Блять, у него нереально брать интервью. Он просто отвечает двумя словами. Да. У тебя часто брали интервью? Нет, первый раз. Михаила Галустяна знаешь? Обязательно. Чем он отличается от техно? Всем? Все очень просто. Будни фотографа отличаются всем от дневника Хача. Короче, давай попозже, когда уже... Джаксел Райт продолжает свои репортажи. Сегодня мы на тоске. Мартин Бар, Астана. Вот, молодой человек. Как вот больше тебе где нравится? В каком смысле, дядя? Где тебе больше нравится в этом городе, дома или здесь? Бро, как дома? Как дома может нравиться? Братан, мама у тебя играет музыку электронную? Не-а. Ты хочешь, чтобы мама играла электронную музыку, и ты всегда сидел дома? Возможно. Научим маму играть, все вместе. Жмем руку. Научим маму играть. Смотрите, диджей Бурляев. Гоша, как дела? Привет, чуваки! Пьяный драм-н-бейсер. Как друзья, как дела, Хатам? Хатам, как всегда. Бурляев, ты лысый? Побритый, почему ты побритый? Потому что лысый. Тебя мама любит? Конечно. А ты музыку любишь? Меня любит, я не точно. Спасибо. Не за что, пожалуйста. Дальше идем. Молодой человек! Чего? Как дела, говорю? В камеру покажи большой палец. В камеру покажи большой палец. Скажи, как тебе туса? Крутая. Как тебе Мартин? Пошли дальше.
вас дела? Натали. Почему у вас такие губы сегодня? У меня сегодня такое настроение. Классное настроение? Супер. Пойдем дальше. Вот. Главные драм-н-бейсерши, ждете фанки-нойза? Да Вичи больше ждала? Конечно! Ты что такая расстроенная? Я расстроенная, да? Да. Нифига. Точно? Точно. В следующем году придешь на Тоск? Приду. А если Да Вичи играть не будет? Приду. Он будет играть. Обижать. Да Вичи будет играть. Дальше. Че, братан, что такое? Все отлично, все хорошо. Точно? Тусо достойно. Баса мало. Тусо достойно. Хотел спросить, есть курить? Курить, в общем, да? Смотрите, какой расклад. Руслан Акбаев, диджей в городе Астана, просит покурить. Есть курить? Да? Дай, пожалуйста. Тоск дает курить сигареты людям. Мы убиваем людей не только музыкой. Ведущий, баса мало. Иди сюда. У нас колонки плывут, иди поправь. Кто? Чего? Колонки плывут, иди поправь. Не, я ее не видел, она не приезжала к нам. Иди сюда. Я говорю, колонки плывут, братан. Ну, вообще, вечеринка очень интересная, концептуально. Это, я считаю, что-то новое в Астане. Так ты колонки поправишь? Я думаю, дальше больше, наверное, пацаны сделают что-то интересное. Будут развиваться, у них будет стимул, потому что народу сегодня много. Он колонки не поправит. Бармен! Наш бармен! Как дела у тебя? Отлично, вообще сейчас. Ты пил уже? Чуть-чуть пива дома. Тут пил пиво? Да, как бы. Выпей коктейль Тоск и оцени его. Давай, без проблем. Вот, выпей. Глоточек сделай. Один глоток. Давай. Сейчас слабый он у вас. Я сделал. А ты, блядь, сильный, блядь, с руки базуки. Конечно, как обычно. Вот он. Твою мать. Да Винчи. Че, Ореш? Че ты сегодня сделал? Я поиграл сегодня. Че поиграл? Драм-н-бейс поиграл. Смотри, чем отличается твоя игра в выходные дни от Тоска? Блин, на Тоске я играю, что хочу сам. А выходные, как обычно, все заведения требуют, блядь. Как ты называешь это? Поп-хаус. Поп-хаус я называю это направление. Но Тоск надо чаще делать. Не, нормально. Раз в месяц нормально. Раз в месяц мы будем делать Тоск. С каждым разом все лучше? Да, конечно. С каждым разом ты будешь пьянее? Нет. Ты не пьешь? Нет. Да Винчи не пьет, потому что его коктейли пью я. Как ты меня назвал? Сука. Спасибо большое. Извиняюсь, подожди. Вот он. Король вечера. Давай, иди сюда, блядь. Подожди, как у тебя дела? Отлично. Чем занимаешься? Танцую и... А по жизни чем занимаешься? По жизни, короче, световик, Астана, балете. Как тебе приходить, щелкунчик, короче, 22-го начинается. Как тебе сегодня свет? Пена. Спасибо большое. Я этот свет маме настраивал. Все, иди пей дальше. А? Хочешь что-то сказать нам? Точно? Со скольки ты сегодня пьешь? С 9. И как тебе, нормально вообще? Ваня подсказывает, как ей делать. Джаксы Олрайт, будни фотографа. Я не говорю в микрофон, просто танцую, бля. Это для перебивки. Олег, это для перебивки. Let me see you get loud. Get loud.